Я добралась все-таки до этого замечательного дворика, если можно, конечно, назвать этим сладеньким коротким словом этот исторический старинный двор прямо в центре Эдинбурга. В начале Канонгейт, она же улица Роял Майл, знаменитая главная улица Эдинбурга. Прекрасный старинный стиль выдержан в каждой двери, в каждом окне. Посмотрим, что здесь написано. Здесь был рожден некий Уильям Дик, который жил по 1866 год. Он был основателем Эдинбургского ветеринарного колледжа. Окей. Каждый день познаем что-то новое. Здание, я даже вижу сквозь это окно, хоть и неприлично останавливаться и смотреть просторную комнату, видимо, лаунж, и даже окно с другой стороны. Такая старинная дверь, прекрасная стена, вся увитая плющом. Ну что сказать, здесь уже ничего и не скажешь. Смотришь и восхищаешься. Слова уже излишни. Надо же, вот кто-то живет в этой знаменитой квартире, которая выдержана в стиле полукрепость, полубашня. 1623 год. Попробую увеличить, но думаю, что не будет видно. Квартира 7 слева, квартира 8 с большим фонарем над входной дверью справа. И даже здесь есть, наверное, тропинка в огороды или же к следующему дворику. И даже вот там есть выход на улицу сзади. Посмотрим и там все. Могу предположить, что квартиры здесь все разные.